Артисты Сочинской филармонии и Санкт-Петербургского театра «Зазеркалье» подготовили представление, которое называется «В поисках царской невесты». Название это перекликается с историей. 80 лет назад на этой же сцене давали оперу Римского-Корсакова «Царская невеста». Формат, в котором существует зимний, для России необычен. Только в Сочи и в Ялте у театров нет собственных трупп. Именно это позволяет курортным городам принимать известных артистов круглый год. Одинаковая и судьба у этих двух концертных площадок. Так, в постсоветский период, или как его еще называют «лихие 90-е», зимний театр практически не работал. Лишь на время высокого летнего сезона сюда заезжали популярные артисты эстрады. Переломный момент наступил, когда город готовился к Олимпийским играм. Здание отремонтировали, изменился и репертуар. Только два есть курортных театра, не имеющих собственной притеатральной труппы. Нам важно, чтобы в этом театре было комфортно и зрителям, приезжающим со всей большой, бывшей советской страны, ныне российской, и театрам, которые приезжают сюда, артистам. А уже через две недели зимний театр станет главной кинематографической площадкой страны. 2 июня здесь откроют фестиваль «Кинотавр».